Добрый день, меня зовут Юлия Гринина. Я закончила КИМЭП в 2013 году. Знаменитый и сложный факультет БАЕ – бизнес-экономика. Сейчас я уже около 8 лет работаю предпринимателем. Руковожу сетью медицинских лабораторий, также руковожу несколькими медицинскими центрами, и у нас есть центр тестирования. На самом деле моя история, я думаю, нестандартная. Я родилась в Ашхабаде, это город в Туркменистане, столица Туркменистана. И сначала я поступила в университет в Бишкеке. Ну и далее я уже была переведена сюда. То есть я получила грант USKF. И они, то есть нас переводили сюда с отца там по определенным причинам. Я помню то время, когда я еще училась в отца. У нас в холле висел такой маленький плакат с КИМЭПа. Там были международные студенты с такими флагами, цветные флаги, все так было красиво, красочно. И я часто проходила мимо, и с такой надеждой, мечтая о том, что как бы я хотела бы там учиться. И как сейчас помню, проходила одна девочка тоже с Ашхабада. Меня толкнула плечом, говорит, и ты что, о КИМЭПе мечтаешь? Я говорю, да, мечтаю. Она говорит, нет, это нереально. Туда нереально поступить, даже не мечтай. В общем, эту мечту я тогда бросила, да, но каким-то чудесным образом я оказалась в КИМЭПе. В общем, на самом деле мечты сбываются. Ну, как я уже сказала ранее, что я сначала училась в Бишкеке, да, то есть и нас там группа студентов из Туркменистана, которых перевели в КИМЭП, да, то есть у нас там было 10 человек, которые, в принципе, дружили с первого курса. Но, тем не менее, мы все разные, мы все хотели изучать разные предметы, да, то есть мы оказались в абсолютно разных группах, в разных комнатах, да, то есть и здесь настало время, когда мы познакомились с большим количеством новых студентов. Я помню, я жила на втором этаже в общежитии. И именно в моем крыле жили очень много иностранных студентов. И вот, то есть в основном я дружила с международными студентами. И это очень классно, потому что это помогло мне быстрее выучить язык. Именно на профессиональном уровне, на том уровне, чтобы можно было понимать академический язык и учиться на этом языке. Но у меня не было бы другого шанса в жизни. Мой один-единственный шанс, и это тогда мне сказали родители, да, то есть когда отправляли меня сюда, что это получить грант. И вот, то есть я готовилась целый год на preparation. Это preparation у нас был английский язык, математика, да, то есть для того, чтобы сдать вступительные и получить высокий балл. Вот, то есть я понимала, что у меня больше не будет шансов, да, то есть я считаю, что благодаря этому гранту я получила такой билет счастливый в будущее. Я всегда говорю и всегда благодарю наш фонд, который предоставил нам тогда такую возможность. Интересные были такие у нас истории, когда, помню, однажды было землетрясение ночью, и мы все с общаги выбежали на улицу с матрасами. Вот эту всю зону, которая здесь под деревьями, мы всю зону выложили в матрасах, играли карты, играли на гитаре. И, в общем,
это все вместе сидели, как одна семья, не боялись, то есть нам было, безопасно друг с другом. Ну и в принципе, очень много у нас было всяких интересных событий, к которым мы готовились, да, то есть это какие-то концерты организовывали совместно. А этот, у нас был театр, да, то есть мы играли в театре, также выступали. Я помню, что я была членом ассоциации студенческой, предпринимательской, где мы закупали худи, клеили туда логотипы Кимэпа и потом продавали, да. То есть там, собственно, я вот и получила свои первые навыки предпринимательства. Конечно, если ты получил грант, нужно это ценить, потому что вот говорят, что одержать победу легче, чем удержать ее, да? И то же самое и с грантом. То есть если ты его получил, не нужно там строить иллюзии, что он с тобой навсегда, да? То есть если ты где-то там промахнешься, не будешь учиться, будешь плохо учиться, его просто заберут и отдадут, ну, как бы тому человеку, кто более старательный. Поэтому нужно стараться, нужно получать знания с аппетитом, прям с такой жаждой, потому что чем более страстно ты будешь получать эти знания, тем они больше будут у тебя там храниться. Вот, то есть, ну и, конечно же, нужно обязательно съездить куда-то за границу по программе Exchange. И желательно общаться больше, дружить, создавать группы, комьюнити. Ну, потому что это на самом деле все друзья, которых ты приобретешь во время студенчества, они с тобой навсегда. Да и более того, это самые счастливые годы. Без забот, все очень просто, все легко, все с интересом, все с удовольствием. Вот как бы, то есть все, что вы делаете на учебе, делайте это с удовольствием. Меня зовут Адлет. Учился я здесь и на бакалавриате, и на магистратуре. Это был BSSPA и MBA Finance. Учился я на бакалавриате с 2007 по 2010 год, а на MBA 2010-2011 год. Сейчас я работаю в сфере, можно сказать, IT, финтех. Вот так вот. Много чем занимался уже. Вот, поэтому прямо сейчас одно из моих основных направлений деятельности — это я директор по цифровому развитию в Astana Group. Это группа компаний, в которую входит Astana Motors, группа компаний, и сеть ТРЦ Мега. Наверняка, ну, знаете. Вот. Ну, я как сказал, я много где работал, вот как закончил, да, бакалавриат, магистратуру. И, ну, очень в разных сферах. С каждым годом, честно говоря, все больше осознаешь важность от этого высшего образования. Ну, это, я не знаю, можно сказать, определяющий фактор в карьере, там, в целом дальнейшей жизни. Ну, как минимум на моем примере. Вот, про Кимэп, будучи там школьником, да, старших классов, слышал и поступал. Я тут не знаю, как сейчас, наверное, то же самое, но есть несколько, не то что этапов, а есть несколько раз, когда там абитуриенты могут поступать. Вот я один раз пробовал. Тут в свое время, наверное, и сейчас есть свои экзамены по английскому, там, по другим предметам. Вот, я один раз поступил, набрал баллы, но не прям высокие. Вот, потом еще раз сдавал и набрал баллы повыше. И подал на грант. И мне на бакалавриат, вот в 2007, когда я закончил школу, мне вот предоставили грант 100%. Вот. Наверное, без этого гранта я бы здесь не учился. Ну,
Я человек довольно активный, и вот особенно студенческие годы это проявлялось. Я вот был активист по максимуму, да, то есть вот здесь в Кемапе, я уверен, и сейчас есть студенческое такое управление, самоуправление. Мы тогда это называли студенческое правительство. Вот. Вот. И я вот участвовал в этих всех организациях, мероприятиях. Вот я помню, у нас выборы были, меня там избирали главным, так называемым, президентом студенческого правительства. Вот. Это все вещи тоже очень большое влияние оказали. То есть проявляешься, да, то есть каждый там имеет возможность проявить себя, свои качества, развить, выработать. И это очень помогает в дальнейшем, когда ты уже там выходишь на рынок труда, там, либо наемная работа, либо собственный бизнес. Это очень большое влияние оказывает. Я был активистом большим. И сейчас стараюсь вот проявлять там активную позицию в жизни. Ну, знаете, я сам родился в Алмате, поэтому в общаге не жил. А вот, ну, а там, здание на кампусе, не могу сказать, что у меня там какие-то там места, которые, по которым я очень скучаю. А в целом и тогда, и я уверен, сейчас в Кемапе там один из самых лучших кампусов у нас, который есть. А, там всегда там современная там инфраструктура, там мебель и так далее. А, если говорить про какие-то истории, ну, не знаю, раньше вот в Алиханов билдинг, вот граунд так называемый, вот на граунде мы все любили, так скажем, тусоваться, да, в студенчестве. Я вот сейчас вот проходил, я очень давно не был здесь, не знаю, сколько лет я здесь не был. Я вот зашел через Вальханов, понятно, тут все уже поменялось, наверное, несколько раз. Вот, и граунд тоже поменялся. Но вот мы любили вот на граунде там сидеть, там, сейчас, как можно сказать, чилить там, да, там общаться, там место сбора было. Вот, ну, если скажу про библиотеку, это... может показаться, как будто я приукрашиваю, но в то время библиотека была очень крутая. Наверное, сейчас там остальные вузы тоже подтянулись, но у нас была самая навороченная библиотека, там ты можешь любой материал найти в студенчестве, да, тогда. Вот, мне нравилось вот то, что вот у нас вот самые полные там возможности, которые есть, могли быть, они у нас были. Вот. Ну, вот, хочу отметить вот, здание библиотеки, очень красивое, современное. Ну, и, там и фильмы можно было еще тогда смотреть, там, да, там какие-то образовательные, там, художественные. Ну, в общем, вот так, наверное, граунд, библиотека. Ну, вот так вот, да. Вообще студенческое самоуправление в Кемапе появилось, наверное, практически с создания этого университета, да, то есть оно, у меня получилось вот сделать какой-то вот бренд, да, то есть я там поменял название, там, там у нас так, документ был так называемый «Конституция», да, то есть мы ее там новую сделали, и вот да, Кемап Student Association. Тогда мы это вот название внедрили, проводили выборы, как я говорил. Вот все почти по-взрослому было тогда. Вот. Я очень радовался, когда меня выбрали, там, там выбирали там своих, там, так скажем, депутатов от подразделений, от факультетов, да, там, по годам, там, вице-президентов. Ну, вот такое вот. Тогда мы жили этим, ну, студенчестве. Для нас это было что-то очень важное. И я повторюсь, весь этот опыт, он был очень полезен в дальнейшем. И мы до сих пор общаемся. То есть, ну, не зря говорят, студенческие друзья, они такие вот, да, на всю жизнь. Очень рад, что у меня они есть, что был такой опыт, что Кемап дает возможности проявлять свои там личные качества или нарабатывать эти навыки, чтобы это все потом
ну, помогало тебе как личности. Что можно посоветовать? Ну, во-первых, наверное, радоваться, что они здесь учатся. Они сделали хороший выбор. Во-вторых, наверное, всегда чему-то учиться. Я не говорю сейчас про теорию. Теория со временем забывается. Какие-то азы, может, остаются, это все понимают. Но нужно проявлять себя, то есть быть активным. Вот. И в психологии это есть, да, вот проявить себя, показать свою точку зрения, там, критически мыслить. Да. Я помню, у нас даже был какой-то предмет, кажется, critical thinking, что ли, что-то такое. Вот эти вещи, они очень важны. Чем дальше, тем больше. Поэтому быть активным. Не нужно прокрастинировать, там, тратить время впустую и так далее. Здесь очень много возможностей учиться, развиваться, ездить за рубеж по обмену там, и так далее. У меня сестренка тоже КИМЭП закончила. Она там, я закончу быстро КИМЭП, бакалавриат, там, где-то меньше, чем за 3 года. Вот. А сестренка по обмену уезжала там в Париж, там училась, а потом возвращалась. Ну, то есть возможностей много, все зависит от желания. А вот мой основной, наверное, совет – это быть активным. Не спать, имеется в виду, да, в кавычках, а активно вот, учиться, общаться, развиваться, ну, понятно, отдыхать, веселиться, вот, но все конструктивно. Меня зовут Арайлым, я закончила КИМЭП в 2018 по специальности маркетинг. Сейчас работаю в компании LVMH, диджитал-специалистом, и веду такие бренды, как Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Aquadipar, Moleva. Кроме работы занимаюсь йогой, танцами, ну, в целом люблю жизнь, саморазвитием. Во время окончания школы, да, было 2 варианта. Либо поступать за границу, либо оставаться в Казахстане, ну и здесь уже поступать в КИМЭП. Здесь училась моя сестра, ну и в целом для нас КИМЭП, наверное, это лучший вуз на территории нашей страны. Вот. Я по своим моральным ощущениям поняла, что я не очень готова уехать за границу, поэтому выбрала остаться здесь и поступила в университет КИМЭП. Закончила школу с Алтынбелгі. И на первый год обучения получила 50% грант, который после поддерживала высоким GPA, ну и во второй год получила один scholarship, тоже 50%. А на 3-4 год я училась со 100% грантом от компании KazEnergy. Кроме этого, вот на 3-4 курсе получала стипендию имени Нурсултана Назарбаева. И на 3-м курсе выиграла стипендию Erasmus+, благодаря которой, ну, вот, получилось полгода учиться в Любляне. Вот. В целом гранты и стипендии – это очень круто и ценно. И они дали возможность сфокусироваться именно на обучении, да, и не думать о финансовой составляющей обучения. Ну и это дополнительные какие-то знакомства, да, на всяких на встречах, форумах, награждениях, ну и интернациональные друзья, как бы, вот, какие-то эмоции, впечатления. В целом мы часто встречаемся с друзьями из КИМЭП, да, и, наверное, больше всего чаще вспоминаем именно друг друга, ну вот друзей именно, знакомства, различные студенческие организации, активности, организацию мероприятий, участие в кейс-чемпионатах. Ну и вот этот опыт больше, наверное, всего запоминается, и он, наверное, больше всего ценен. Ну, в первую очередь, наверное, нельзя упомянуть, невозможно не упомянуть о преподавателях и знаниях, которые дает КИМЭП и, ну, в карьере, и в целом в работе мне очень помогает именно вот hard skills, да, которые КИМЭП дал. Но при этом того, что в процессе обучения очень много презентаций, очень много формата командной работы, есть такие навыки soft skills, да, которые там тот же самый дух соперничества, командная работа, презентационные навыки, навыки коммуникации. Вот это все, ну, помогает в работе.
ну и в дополнительных проектах каких-то. В плане личной жизни это, наверное, как раз-таки друзья. Это не только друзья в стенах университета, но и друзья международные. Да, вот я уже упоминала, что я училась полгода в Любляне. Я также училась полгода в Будапеште. Ну, получается, в совокупности это год. Ну и, соответственно, сейчас мы до сих пор поддерживаем общение с друзьями. Вот то, что с Будапешта, то, что с Любляной, а там достаточно интернациональный микс. Ну и все в разных сферах, и это очень помогает в работе тоже, когда какие-то дополнительные проекты, и мы можем скооперироваться, что-то придумать интересное. Я в целом очень люблю кампус. Ну и мне нравилось в теплое время, что есть возможность просто там на улице заниматься на скамейках или даже простелить что-то на траву и заниматься на траве. Наверное, это. И ну, мы много времени проводили в зоне Старбакса в нью-билдинге, в библиотеках, в стади-румах, да, как-то так, наверное, больше воспоминаний вот с этих мест. Я думаю, всем студентам и претендующим стать студентами, да, я бы советовала быть активными максимально, да, в плане обучения, там, выбирать, может быть, каких-то сложных и профессоров, от которых могут некоторые избегать, но на самом деле именно эти профессора больше всего запомнились в моей студенческой жизни. Это в плане обучения, а в плане extraordinary activities, да, это больше быть активными, не бояться пробовать различные активности, участвовать, пробовать поступать в различные студенческие организации и благотворительная деятельность. Да, мне очень нравится, что на территории университета много организаций, которые занимаются благотворительной деятельностью. Вот. Ну, быть максимально открытыми и ко всем возможностям, наверное, и не стесняться, и не бояться.